Коммунальщики семьи обратились в городскую прокуратуру с жалобой на местных перевозчиков. С этой недели руководители автобусных парков пытались необоснованно поднять оплату за проезд в общественном транспорте с 60 до 80 тенге. Перевозчики уверяют, что нынешний тариф убыточный и не покрывает всех расходов. Однако специалисты ЖКХ назвали эти действия незаконными и написали письмо в местную прокуратуру. Прокуратура законность проверит. Потому что не согласовано было с тарифом. Если согласуется, потом уже согласуется, потом утверждается. После этого можно будет вывешивать или же как бы взимать такую плату, которая уже в постановлении акимата или в решении акимата уже будет написана. Какая цена за проезд?